Так вот раньше зубы-то вышибали. Привет, друзья! С вами Юрий и канал «Кладоискатель. Эволюция поиска». Сегодня мы поговорим, вернее, увидим вскрытие посылки, вернее, бандероли от Сереги канала «Авось повезет». Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Всем привет, это опять Серега. Ну что, не сидится нифига Сереге. Подъехал ко мне корифан Серега. Видали он, как мы его там запечатали в гости. И что, решили мы, короче, съездить, сплавиться. Вот корифана Диму попросили. Всем привет. Всем привет, это Дима. Это местные у нас молодые панки. Вот такие вот у нас карпинские панки. Едем мы, короче, сплавляться. Сплавляться мы едем на как, ой, по Какве в поселок. Как там Галка? Забыл. На Нижний Бережок. Это где Серега лазил с Т-34, а сейчас Серега взял Аську 250. Посмотрим. Разрушим миф Аськи 250. Говорят, она полная Г. Вот и посмотрим, какое она у нас полная. Привет, Серега. Хочу поздравить тебя и твою семью с Рождеством, а также всех подписчиков канала и просто зрителей. Хочу пожелать всем тепла, счастья и здоровья в семьях, чтобы у вас всегда были радостные лица, чтобы было мирное небо, чтобы всегда светило солнце и никогда в вашей жизни не было темных пятен. Сегодня 7 января, Рождество, но видео выйдет чуть позже. Бандероль шла из Свердловской области, города Карпинска. Шла она аж 19 дней. Серега выслал ее перед Новым годом, 12 декабря. И в Москву она прибыла, вернее, уже в пункт получения 30 декабря. Служба отстает, и когда я забивал в телефоне плагин на прибытие, то 30 декабря еще не показывала. Поэтому получил я ее только уже после Нового года, 5 января, когда приехал из Липецкой области. Мы там тоже отдыхали, праздновали Новый год. Бандероль шла целых 19 дней. Ну и плюс еще несколько дней. Итого в итоге получилось, что получил я ее только через 25 дней. Скрывать я ее сразу не стал и решил скрыть ее 7 января на Рождество. Ну что, друзья, переходим к вскрытию посылочки, бандерольки от Сереги. Ну что, друзья, пришел тот долгожданный час. Вскрываем мы посылочку Серегину. Вот, как видите, я ее не вскрывал. Все целенько. Ждала 2 дня. Я томился над ней. Чуть ли не спал. Вот. И ждал 7 января Рождества.
Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Годом новым! Вот так вот показывай. Пальчики вот так, папа как учил. Вот так вот. И два пальчика вот так. Опа! Да. Давно вы, ребята, не видели моего. Ты уже показал? Видели моего. Чё кота тянуть за хвост?
что пришло? Подарок. Сам не знаю, что ему пришло. Мы тут вообще угорели, гляньте, картинка. Как будто кто-то спит и сапоги сушит. Чик по горлу, чик по венам, чик. Просто тупо охота. Не то что мы спотели, у нас камера даже запотела. Фу, блин, жара, иди ты налево. Фу, устали. А мы едем за туманы. Она ледяная. Это не вариант, на машине мы бы засели. Днище это, ва. Все. Ваши комментарии? Вот и прошли мы препятствия. Фу, блин. Хуйня, че? Позорный волк, волчара. И все. Так вот раньше зубы-то вышибали. Всех развел под лохов. Сега вообще в шоке. Я ж говорил, что семья будет довольна. Года не те. Вон монетки. А тут все, что хочешь, может будет.